Мужчина находился на заправке, когда обнаружил собаку, которая из последних сил пыталась дышать. Все люди просто проходили мимо и не обращали никакого внимания на нее. Ее имя – Африка. От нее остались кожа да кости из-за многодневного голодания. Когда мужчина подошел к собаке, он был потрясен, увидев ее тяжелое положение. Она была настолько слаба и больна, что не могла реагировать на присутствие этого человека. Глядя в глаза Африки, мы могли понять, что она пережила ужасное и страшное время. С помощью добросердечных людей мужчина смог отвезти бедную собаку к ветеринару. Африка не могла двигаться, поэтому им пришлось использовать сумку, чтобы нести ее. Ветеринары сделают все возможное, чтобы спасти Африку. Когда Африка была на приеме у ветеринара, малышка впала в глубокую кому. Ветеринар сразу же сделал ей укол. Через некоторое время Африка смогла прийти в сознание. После кормления ей сделали внутривенные инъекции инсулина для стабилизации ее здоровья. Из-за проблем со здоровьем Африки пришлось подолгу оставаться у ветеринара. Благодаря заботе и любви ветеринаров и человека она начала восстанавливать свое здоровье. У нее наблюдались значительные признаки выздоровления, и она смогла есть самостоятельно. В конце концов, она чудесным образом выздоровела и забыла все болезненные воспоминания прошлого. У нас разрывается сердце при мысли, что до прибытия этого человека бедная Африка была невидима для прохожих. Мы рады, что Африка наконец-то нашла добрых людей, готовых заботиться, защищать и любить ее. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать кнопку колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.